говорят, человек узнает себя только тогда, когда его лишают свободы. Интересно, насколько хорошо знаешь себя ты? Заключенный, встаньте на платформу. Беспринципный мятежник сеет ужас и панику по всему сектору. Его банда подонков спровоцировала восстание в 6 колониях и похитила огромное количество оружия и техники. Заверяю вас, преступник будет
будет привлечен к ответственности. И очень скоро. Сначала поймай меня, сукин ты сын. Адъютант, войска готовы к бою? Войска готовы и ждут приказов, командир. Загружаю тактические данные. Отлично. Застоялась наша революция. Пора взяться за дело. Станция дальняя. Важнейший транспортный узел Доминиона на Марсаре. Подрыв власти Менгска в этом поселении остановит экономическую деятельность Доминиона на всей планете. Адъютант, что там у нас? Доминион использует станцию «Дальняя» в качестве основного транспортного узла на Марсаре. Через нее проходят все грузы. Недавно основная часть войск Доминиона покинула станцию, ослабив оборону «Дальней». Как реагируют местные? Местное население поддерживает антиправительственные настроения, но ему не хватает оружия и организации. Если мы отобьем станцию у Менгска, он еще долго не сможет вернуть себе власть над Марсарой. Готовь корабль. Ну что, парни, давайте покажем местным, что не нужно бояться Доминиона. Хватит прохлаждаться. Командир, обучающие видеоролики готовы к просмотру. Рассредоточиться. Держите ухо востро и не подставляйте спины. Вперед. Подведу. Не ходите по этой дороге. За мной. Рейдеры, вперед. Я не подведу. Рейнер, убить. За мной. Рейдеры, вперед! За мной! Присмотритесь к своим соседям. Не позволяйте инакомыслию расколоть наши ряды. Командир, уничтожение голографических стендов поможет разжечь бунтарские настроения. От Менгска уже тошнит. Расстреляйте стенд. Я не подведу. Можно попробовать. Я не подведу. За мной. А где все? Рейдеры, вперед! Можно попробовать. Моя семья! Мои соседи! За мной! Не нравится мне все это. Можно попробовать. Я не подведу. Командир, в центре города собирается крупный отряд Доминиона. Значит, пора отправить им наш подарочек.
Рады тебя видеть, Рейнар! Ждем приказаний! Работайте на совесть. Гордитесь своим трудом. Каждый должен внести... Я не подведу. Можно попробовать. Я не подведу. Это же Рейнар! Ради безопасности общества. За мной. Можно попробовать. За мной. Можно попробовать. Я не подведу. Мы защитим вашу свободу. Дерьмово. Рейдеры вперед. Я не подведу. Рейдеры вперед. Наконец-то. Вижу гражданских. После прибытия на место раскопок вас накормят. Моего брата отправили в шахту на прошлой неделе. С тех пор о нем ничего не было слышно. Стой! Куда? Они стреляют по мирным жителям. Вперед! За мной. Можно попробовать. Менгску придется заплатить за многое. Спасибо, Рейнар. Мы знали, что ты не бросишь нас в беде. Ближе к аванпосту доминионцы удерживают еще несколько колонистов. Сейчас разберемся. За мной. Шериф Рейнар, давненько вас не было видно. Мы с вами, рейдеры! Рейдеры вперед! За мной! Это закрытая территория! Вы арестованы! Мы тебя прикроем, Рейнар! Можно попробовать. Я не подведу. Не молчи. Я не думала, что мы способны пойти против них. Но оказалось, что способны. Теперь у вас для этого есть и оружие, и ресурсы. Не дайте Менгску снова поставить вас на колени. Секторе тебя не так уж и сложно найти.
решил навестить тебя. Малыш Джимми Рейнер, народный герой. Тайкус Финдли. При костюмчике. Спасает от сюрпризов. Я слышал, тебя заморозили. Пожизненно. Что, дали отпуск за хорошее поведение? Да, дружище. Теперь я образцовый гражданин. Так чем я обязан чести? Хочу предложить тебе кое-что по-дружески. Знаешь, зачем доминионцы сюда прилетели? Нет, но ты же мне расскажешь. Они выкапывают артефакты пришельцев, приятель. Твой друг Менгск на этом помешался. Но у меня есть кое-кто, готовый выложить круглую сумму за каждый артефакт, что мы позаимствуем у доминиона. От таких предложений не отказываются. Да, Тайкус? Тогда по рукам? 60-40. 70-30. В мою пользу. Прямо как в старые добрые времена. Именно. Что это за пойло? Может, это не мое дело, но как ты оказался на свободе? Ну, я выломал дверь холодильника, когда меня этапировали в Новый Фолсом. Черт, да я удавил не меньше дюжины охранников голыми руками. Да-да, где-то я это уже слышал. Расскажи еще, как ходил по воде и совратил дочку начальника тюрьмы. Не хами, сынок. Слышал я, как ты выбился в записные освободители, пока я отдыхал в застенках. Что такое, Джимми? Война за правду и справедливость оказалась не по зубам? Рано меня списывать со счетов, Тайкус. Обещаю, так или иначе власти Менгска придет конец. Такое чувство, что на меня постоянно кто-то смотрит. Черт. Сара, иногда мне кажется, что лучше бы тебя тогда убили. Эту я раньше не видел. Твоя работа, Джимми? Местные готовы поднять восстание против Менгска. Их просто нужно немного раскачать. Ты слишком серьезно относишься к своей революции. У всех свои увлечения, Тайкус. Thank you.
за себя тосты не поднимают. В эфире прямая трансляция из студии UNN на Кархале. И с вами я, Донни Вермиллион. Наш корреспондент на Марсаре, Кейт Локвелл, готова сообщить нам шокирующие новости. Кейт? Спасибо, Донни. Известный бунтовщик Джим Рейнер возобновил подрывную деятельность против Доминиона. И надо сказать, что возвращение получилось эффектным. Рейнер и его рейдеры напали на склад Доминиона возле станции Дальняя, захватили деньги и оружие и раздали их местному населению. Кейт, я уверен, что местные жители не приветствуют появление в своих краях столь отчаянного и кровожадного преступника. По правде говоря, Донни, люди, с которыми мне довелось поговорить, очень рады. Спасибо, Кейт. Итак, Джим Рейнер терроризирует мирных жителей Марсары. К другой теме. Используют ли ваши дети стимуляторы? Болтай, болтай, приятель. Это только начало. Может, это не мое дело? Ну, нет. Ранами. После вашей операции на Марсаре поднялась волна мятежей против режима Арктура Мянгска. Тем временем бывший заключенный Тайкус Финдли выяснил, что на Марсаре найден инопланетный артефакт, и Доминион ведет работы по его извлечению из-под земли. Захват артефакта нанесет Доминиону очередной удар, а его продажа таинственным знакомым Финдли может принести значительный доход. С виду обычный старый аванпост. Что в нем особенного? Не торопись с выводами. Доминионцы уже несколько месяцев ведут тут раскопки. Видишь кран? Они раскопали инопланетный артефакт и готовятся поднять его. Чтоб мне провалиться. То-то же. Стоит иногда доверять людям, Джимми. Ну ладно, пора задать жару Доминиону. Разнесем их базу и вытащим эту крошку оттуда. Командир, программа обучения обновлена. Для атаки аванпоста нам потребуется гораздо больше морпехов, чем у нас есть сейчас. Нужно обучить новых бойцов в казармах. И еще нужно обучить побольше КСМов в командном центре и отправить их добывать минералы. Ресурсы нам пригодятся. КСМ готов.
Угу. Есть работенка. Поди ж ты. СМ готов. Да, да. Кого подлатать? СМ готов. СМ готов. СМ готов. СМ готов. СМ готов. Пути. СМ готов. СМ готов. Что стряслось? СМ готов. СМ готов. Готов. Ага.
Печенек! КСМ готов! КСМ готов! Конечно. Перестройка завершена. КСМ готов. Есть.
Пристройка завершена. Атакуют базу повстанцев на юго-западе. Вот и славно. Значит, к нам они пока не сунутся. Тайкус, этим людям нужна наша помощь. Нельзя их бросать. Давай, удиви меня! Бегом! Получен. Окей. Кому навешать? Давно бы прочь с дороги. Высылайте подмогу. Я уже заждался. Выходим и приступаем к делу. Необходимо зачистить территорию. Вовремя вы появились. Мы в долгу не останемся. Если понадобится помощь, только скажите. Добро пожаловать в команду, парни. Доктора вызывали? Это ребята Рейнера. Давай, удиви меня. Так точно! Кого подлатать? Рейнер молодчина! Не опасен! К черту, Доминион! Где, сэр? Почему бы и нет? Опишите характер недомогания. Что стряслось? Водишь ты. Кому навешать?
знаю, удиви меня! Прочь с дороги! Я готова. Похоже, все серьезно. Я обо всем позабочусь. Задавим их интеллектом. Будет сделано. Точняк. Вооружен и опасен. Что за спешка? Почему бы и нет? Жду не дождусь на новенького! Круто! Выполняю! Давно бы так! Понятно! Доктора вызывали? Конечно! Где это? Месторождение минералов выработано. Прочь с дороги! Так точно, сэр! Вооружен и опасен! Вон они! Отлично! Превосходно! Внимание! Приближаются вражеские гелионы. Кому навешать? Быстро ты вскрыл этот бункер, Джимми. С твоими бойцами и моей деловой хваткой мы многого добьемся. Месторождение минералов в... Брось с дороги! Месторождение минералов выработано. Месторождение минералов выработано. Выполняю! Превосходно! Вход в систему управления краном. Расшифровка кодов защиты. Управление краном получено. Чудно! Осталось поднять эту крошку, и можно убираться отсюда.
каково это, воевать с зергами? Все заварушки, в которые мы с тобой раньше попадали, и после которых еле успевали уносить свои задницы, ничто по сравнению с зергами, Тайкус. Когда оказываешься лицом к лицу с тысячей этих сукиных детей, только тогда ты впервые узнаешь, что такое настоящий страх. Что это за пойло? Это что? Я думал, протосы выжгли всех зергов на планете еще несколько лет назад. 4 года прошло, а в пустошах до сих пор находят их логово. Знаешь, а за такой трофейчик нам отвалят солидные бабки на черном рынке. Пошли на охоту. Иди, если хочешь. А я с ними уже навоевался. На 2 жизни хватит. Должен сказать, Джимми, ты стал настоящим бойцом. На месте Менгска я бы тоже хвост поджал. Ты серьезно, Тайкус? Да что ты? Нет, конечно. И как чиновники не побоялись взять в полицию такого отпетого преступника, как ты? На это и был расчет. Из-за моей репутации преступники вели себя тише воды, ниже травы. За все время, пока я носил значок, мне ни разу не пришлось ни в кого стрелять. Доска смертная, а не работа. Кто твой таинственный покупатель, Тайкус? Кому мы отдаем артефакт? Да какие-то яйцеголовые. Их контора называется Фонд Мёбиуса. Фонд Мёбиуса? Это же вполне законная исследовательская группа. Какие у них могут быть с тобой дела? С тех пор, как твой кореш Менгск запретил торговлю безделушками пришельцев, бедные ученые изворачиваются как могут. Ну, а я известный покровитель наук, Джимми. Ты же знаешь. Спасибо за интерес к нашей передаче. Кейт Локвелл продолжит рассказ о кровавом бунте Джима Рейнера. Спасибо, Донни. Аппетиты Рейнера явно растут. Вместе со своей бандой он напал на археологическую базу Доминиона и, судя по всему, похитил опасный инопланетный артефакт. Как раз сегодня император Менгск высказал свою точку зрения по этому вопросу. Трудно представить себе, какой хаос могут обрушить на наши миры безобидные, на первый взгляд, артефакты. Любой, кого уличат в хранении подобных предметов, будет наказан по всей строгости закона. Не расстраивайся, партнер. За твою голову по-любому назначена награда. Спасибо, Тайкус. Ужасно, Кейт. Насколько я понимаю, террористическая операция Рейнера стоила жизни многим мирным людям. Приходится признать, Донни, что скорее излишнее рвение солдат Доминиона повлекло за собой немногочисленные жертвы.
Спасибо, Кейт. Итак, мы наблюдаем за развитием кровавой драмы. Джим Рейнер убивает женщин и детей на Марсаре. Такое чувство, что на меня постоянно кто-то смотрит. Теперь, когда артефакт захвачен, вам нужно закрепиться на станции Дальняя и дождаться корабля, который вывезет вас с планеты. Он уже в пути. Будьте осторожны. Войска Доминиона могут отследить местонахождение артефакта по его излучению. Скоро за нами прилетят мои ребята. До тех пор нужно будет сидеть тихо и не высовываться. Это всегда пожалуйста. Думаю, мы заслужили пару часов отдыха. Командир, сканеры показывают скопление биосигналов зергов у места раскопок. Как же я не догадался. Тайкус, чтоб ты сдох! Я знать не знал ни о каких зергах. Клянусь! Если зерги будут следовать по выбранному курсу, то через один час они захватят базу. Дьявол. Нужно продержаться до прибытия наших. Если мы распределим морпехов по бункерам и удержим эти два моста, то у нас будет шанс. Драка будет нешуточная. Да ладно. Я был в куче таких заварушек. Только там зергами и не пахло. Игра приостановлена.